очень красивый снаружи и внутри. А этот склеп вообще. Да, там это. Ну так церковь поменьше немножко, но там. Ага. Она почти такая. Она очень старая. А галерея внизу какая? Да. А для чего она? Да, ну я просто уточняю, что она главная считается. А как она называется, знаешь? Перлахбер. Вот это вот вниз, это Перлахбер. Вниз поехали. Гора Перлах. Вот смотри, какие национальные одежды продают. Это вот старый Ауфо, который вот. А мы же здесь не были, да, по-моему? Здесь? Это уже здание какое-то старинное очень. Ой, фонтанчик, Геркулес. Здесь где-то еще там. Или Михаил убивающий, или Георгий. А, там же есть, да, какой-то, да, я читал. Вон он, красный тур, роты-тур. Да, это. Вон он, вот сейчас света мы выедем там, где мы с тобой были. Это вот старый аут. А мы в старом были разве? А? Мы разве в старом были? Вот тут более старинный какой-то. Первый раз мы в старом были, да? Да. Ну вот видишь, как она квартира была. Носить эту копейку. Сейчас где-то там внизу должна быть норма. Норму уже не надо. Уже не надо. Купить. Норму не надо, сигареты мы взяли. По местам боевой славы. Как-то. А, вон какой, ой, какой болтончик. Какой, да, какой. Да. А вот Якоберхоф, это второй раз, когда мы искали, там места там не было. Вот это, да? Красная башня? Да. Вот тут что-то, помнишь, мы с тобой бегали? Да. Вон она, норма, да. Турист, какая прелесть, площадь. Какая площадь? Ну да, вон, прелесть. Смотри, какие эркеры, смотри. Да. Да, помню. Вот как раз в этот тор мы и пошли туда, к Леху, да? Мы а вот отсюда тоже. Откуда-то вынырнули. Вот здесь где-то, по-моему, это да? Это ворота, получится? Наверное, да. Городские ворота, да? Да. Это роты тур. Вот эти красные ворота. Сразу же современные дома. Ну да, речка. А здесь что-то мы современных тогда не видели. Скорая Яковерваль. А вот здесь тоже какой-то, Ревель.